Добрый день, вечер, утро, мастерицы, любительницы рукоделия и которые используют девиз «Наши руки не для скуки» во всей своей повседневной жизни. Сегодня мы с вами будем открывать вот такой вот набор и делать его в прямом эфире. Это будет Мишка. Набор для творчества фирмы «Клевер», возраст 8+. В принципе, наборчик такой вот очень плоский, очень должен быть простым. Почему 8+, непонятно, честно говоря, для меня. Но давайте посмотрим, что находится, какая информация на наборе, и потом сделаем этого мишку. Итак, мишка можно подвесить, 8+, фигурка из помпона. Как делается помпон? Игла и клей не понадобится. Размер 8 на 8, сделайте фигурку своими руками. Боковых сторон здесь нету. На обратной стороне только инструкция, что же должно получиться. Итак, давайте вскрывать нашу упаковочку. И смотреть, что же есть там у нас внутри. Так. Хорошо заклеено. Но мы можем отклеивать. Вот. И внутри у нас шерсть. Помпоны – это шерсть, и тут шерсть вот так вот не смотана никак, ни на бобинке, ни на шпульке, ни на что, а просто лежит. Соответственно, первым делом, когда буду изготавливать нашего мишку, моя задача будет намотать эти нити на шпульки. Шерсть достаточно широкая, приятная на ощупь и двух цветов – белого и бежевого цветов. Также в наборе идет упаковщица номер 3. Люблю упаковщиц. Двусторонний скотч на вот такой вот палетке. Наверное, 5 сантиметров в длину. 5 полосочек. Кладем сбоку. Есть вот такие вот красивые заготовки личика и лапок мишки, которые надо будет вырезать. И еще есть две заготовки для помпона. То есть я их буду... Их надо будет... вырезать, соединить пополам и наматывать. После того, как намотаем, получится медведь. По крайней мере, я так думаю, еще не посмотрев инструкцию. Давайте посмотрим, что же у нас написано в инструкции. Да, нам понадобятся ножницы, чтобы вырезать мишку, чтобы вырезать заготовки вот эти вот, намотать. И при этом там, где брюшко, намотать белым, там, где не брюшко, намотать бежевым. Сделать помпон и с помощью двустороннего скотча приклеить вот эти вот заготовки медведя. Медведь-красавчик. Итак, сейчас будет такая хендмейд-магия. Во-первых, у нас появятся ножницы. И вторая handmade магия. Сейчас получилось лучше щелкать. Я все это буду делать на камеру, потом все это быстро убыстрю, наложу музычку и в конце расскажу мнение свое мнение об этом наборе, что мне понравилось, что не понравилось, где были нюансы, как я их обошла и вообще просто поставлю какой-либо из звезд из какого-либо количества. Оценку, в общем. Итак, давайте начинаем. Thank you.
Вот, смотрите, что у меня получилось. Я на заготовку, которая была в комплекте, намотала нити. У меня было 4 нити бежевых и 1 нить белая. Теперь мне нужно доделать мишку. И пока я буду доделывать мишку, я буду вам рассказывать об этом наборе. Итак, теперь моя задача разрезать все вот эти вот ниточки между двух пластиночек, чтобы получился помпон. А затем затянуть веревку, закрепив помпон по центру. Так, шерсть моталась хорошо. Инструкция написана понятно, но в принципе фактически любая рукодельница знает, как делать помпон своими руками. Вот. Ой. Схема тоже удачная, все понятно. В начале первым пунктом было проложить между двумя картоночками вот эту вот заготовку, которая сейчас и будет завязывать помпон по центру. Но в своей молодости я делала вот эту вот серединную нитку после того уже, как разрезала. Местами она мешала мотать, но так написано в инструкции, мы и делаем, как написано. Итак, затягиваем. Ой, и она у меня порвалась, сильно-сильно я затянула. Окей, заново перевяжу сейчас и продолжу. Так. Вот так, у меня была запасная. Сильно затягивать не буду, наученная горьким опытом. На 2 узла, потом еще перекручу еще на пару узлов и тому подобное. Так, еще на пару узлов, чтобы прям совсем было хорошо. Снимаем картон с помпона и смотрим, что у нас получилось. Так, наматывала я вот тут, где белое белым, там, где серое, наматывала бежевым. Немножко помотаем помпон. И вот такой у нас получился. Местами ниточки чуть длиннее. Поэтому мы возьмем ножницы и обрежем. Придадим помпону округлость. Тут вот нитки, которые крепились, которые завязывались и так далее. Вот. Немножко получилось у нас вот так вот. И теперь наша задача. Вот это вот белое пузико. На белое пузико с помощью двустороннего скотча приклеить заготовки мордочек, мордочки и лапок. На другой стороне заготовки мордочки есть вот указание 2 см, 1 см, здесь 1 см. Отрезаю полоску 2 см. Это двусторонний скотч, у него две защитные полоски. И могу сказать сразу, что в принципе в наборе он есть, и это хорошо. Но если вы хотите, чтобы данные детали крепились дольше и лучше, то нужно использовать, предположим, клей-момент. Почему? Потому что двусторонний скотч имеет свойство высыхать и отваливаться. А клей-момент он держит намного лучше. Итак, вот я наклеила, блестит двусторонний скотч. Вот это пузико. Пузико у нас вот такое вертикальное. И приклеиваю куда-нибудь вот так вот сверху на мишку. При этом волосики на шее приклеиваю вот так. Вот. У нас одна часть получилась. И теперь нужно приклеить также ручки и ножки. Отрезаю примерно по сантиметру скотча. Так, скотч приклеиваю на лапу. Так,
приклеиваю так лапу. А, тут с двух сторон, видите, с этой стороны и с этой стороны, все по 1 сантиметру. Приклеиваю с другой стороны тоже двусторонний скотч. И на месте рук, вот, ой, не той стороной, и даже вытащила пару этих. Вот с этой стороны, потому что вот она ладошек. И теперь то же самое делаю со второй рукой. Так, с одной стороны, с другой стороны. Так, и тут я, хотя все комментирую то, что я делаю, но моя задача сейчас рассказать свое мнение о наборе. Набор делался хорошо, приятно. Опять же, не понимаю, почему идет ограничение 8+. Вот, в принципе, ничего острорежущего, вонючек-клеющего здесь нет. Вот, вторая рука. И остались лапки. Почему? Не знаю. В принципе, если ребенок лет там 5-6 имеет усидчивость просто сидеть и мотать шерсть на кружок, то этот набор ему или ей подходит. Ему ребенку, ей девочке. В основном это девочковое рукоделие все-таки. Так, и сейчас еще вторую лапку приклею. И останется у нас совсем немножко. Так, так. И вот. Вот такой вот мишка у нас получился. Если на сердцевину помпона привязать веревочку, то его можно вешать. Но тогда точно нужно будет приклеивать вот эти вот бумажные заготовки уже суперклеем. Или кристаллом. Почему? Потому что все отвалится это при малейшем движении. Итак, вот такой вот мишка у нас получился. Творите, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Нам очень это все важно. Спасибо, до свидания.